мамы рыба. Надежда такая. Ну, если не будет цыплят. Попробуем, посмотрим. Там чаек нету. Там есть люди бычка ловят. Тоже ничего такого. Но проверим. Дать вправо. Ждем поклевку. Ждем. Вторая поменьше, но тоже красавица. Ой, какая рыба. Маленькая, но есть. Очень красивая рыба. Красавица. Пожалуй. Да я что-то... Нет, я видео снимаю. Не надо. Спасибо. Подойдите, нет проблем. Нас становится больше. Это радует, да, есть еще живые люди. Веселее. А на что вы будете ловить? Я тут есть чуть-чуть. Ага. Разные у вас ножи. А я сегодня взял эту шкрябалку, хочу. Мидий, да? Я вчера взял тоже шкрябалку. Но пришел уже поздно. Пока пришел, пока это. Ничего. Я для памяти своей. Красоту снимаю. А, такой шпион. Что, водичкой намыло, да? Сделай хоть... А? Нет. Заржавеет. Надо запечатлеть. Она вырвалась. Добрый вечер. Добрый. Вы со своим оранжевым ведром всех бычков приманите. Это хорошо. Ты что, прогуливать? Что сказал? Вчера тебя не было. А вчера внук у меня. Я приехала. Добыча мидии. Так она маленькая шкряблочка. Там что вы насобираете? А. Так она такая маленькая. Нормально. Это после каховки, вся старая обсыпалась, а сейчас молоденькая, она не крупная. Ты смотри, нету. Завтра шторм. Красота. Не
небо, конечно. Но там хоть мелкого одного поймала, нет, или даже мелочь не попала. Две штучки, да?